Всем добрый день, с вами Мари, и прямо сейчас у меня состоится генеральная репетиция по поводу долгожданной поездки на конкурс в Казань. Я очень ждала этого момента, и мы уже купили все необходимое для этой поездки. И если тебе все же интересно, то ты поставишь лайк этому видео и подпишешься на мой канал. И давайте же скорее начнем. Итак, у нас только что кончилась генеральная репетиция, ко мне пришла Соня, мы перепроверили все наши костюмы, сложили все вещи. И сейчас на часах 10:30, вот, нам нужно как-то провести свое время, потому что нам вставать в 3 часа. Лучше вообще не ложиться спать, поэтому так. На часах сейчас 4:24. Мы уже собрались, нам осталось только заплестись, и мы поедем. Миллерово, у нас снежок. Идет Соня. У меня что-то отвалилось. Мне очень тяжелый рюкзак. Ого. Помашите, привет. Привет. Мы уже приехали в Миллерово. Уточню, и сейчас мы будем уже в наш вагон заходить, вот, и по билетам расселяться на свои места. Мы сели в поезд, уже разложили все свое белье, вот, и сейчас уже едем, все прекрасно, все чудесно. Теперь приличненько, мы сейчас будем пить кофе с вот этими печенюшечками от Минки. Наступил вечер, мы уже готовимся ко сну, и завтра уже в 3 часа дня мы прибудем в Казань, потом пойдем на экскурсию и будем заселяться в отель. Все буду снимать, а пока что спокойной ночи. Мы сейчас проснулись и пьем кофе с Викой, Соней и я. Сейчас будем еще что-нибудь кушать. Мы все уже оделись, собрались. Вот чемоданчики все, рюкзачки достали. Сейчас мы уже приедем вскоре и будем выходить. Казань. Казань. Сейчас мы уже вот поедем на экскурсию, а потом будем заселяться в отель. Господи, что? Почему это так красиво? Счастливо, мы сейчас уже идем на экскурсию. Я просто в шоке, какая здесь красота кругом. Это не передать, просто эмоции какие у нас. И на камере просто не передается эта красота. Очень тут красиво, тут очень красиво. Пришли в столовую, сейчас будем кушать. Все, мы покушали, очень вкусная татарская еда. И сейчас мы идем обратно в автобус и поедем на экскурсию. Thank you.
закончилась экскурсия, она очень была интересной. У нас пошел снег, у нас вообще все белым-бело, очень холодно и ветрено. Но мы уже идем к автобусу, будем ехать в отель и заселяться в номера. Очень хочу в наш номер посмотреть на него поскорее. Взяли карточки, мы сейчас с Сонечкой идем в наши номера. Ура! Идем в наши номера. Соня, беги! 323. Скорее, скорее, Соня! Да. Другой. Да подожди, открыть дверь. Это надо быстро. Раз, два, три. О, господи! Мамочка! Боже, ванна, ванна, ванна! Ванна, ванна! Ванна! Господи, господи, господи! Это будет... Это просто! Раз, два, три. Нам очень понравился номер, мы сейчас идем кушать. Я думаю, что нас шведский стол вообще не расстроит ни капельки. Мы идем кушать вот сюда, вот, господи, какая красота. Пришли в наш номер, и нам дали задание погладить наши юбочки, чтобы у нас было завтра больше времени на репетицию. Чем я сейчас занимаюсь? Соня сейчас в душе, а я вот глажу юбочки. Вон одну уже погладила, а сейчас занимаюсь ими. Извините за наш внешний вид, мы погладили все наши костюмы, вон они там висят. Сейчас мы будем пить очень вкусно, очень все романтично. Вот, чаечек, потом сделаем себе масочки и, может быть, будем спать, но это не точно. Вот у нас Сонечка красота, правда, немножечко уже съели, точнее я. Будем сейчас пить чаечек и есть тофифи, яблоко здесь не нужно. Сейчас мы с Сонечкой будем злиться, пузыриться. Будем сейчас делать себе такие масочки. В общем, мы уже с Соней готовы ко сну. Мы уже делали все масочки, смыли с себя косметику. Вот смотрим телевизор, снимаем еще видео в ТикТок. И уже готовы ложиться спать. Поэтому всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите мой следующий влог. Я надеюсь, что он будет. Всем спокойной ночи.